Бондарева 2. Вот. Вот тут была беседка с заборчиком. Вот здесь, где мусорка. Здесь, да, здесь был фонтан. Вот сейчас его угадывает. Даже посередине стоял сад, и мы здесь в салочки играли. Ну, был там, скажем, не выходить за вот ограду эту. А тут был реальный такой фонтан. И вот такого же размера, вот такой. Ну вот его, он угадывается. Поняла, да. В середине статуи какая стояла пионерка. Ага. Вот. А вот там, да, вот был скос, и дальше начинался ДК. Здесь был вход, когда вы, откуда выходили люди после сеанса. И вот мы там свинец плавили. Такой был, это был наш мир. Вот. Вот здесь было общежитие, и первая дверь, эти вот окна, с которой слева, это был буфет, где мы с братом могли пообедать, ну, копеек на 80 вдвоем, первый, второй, третий компот. Вот. Вот там, где внизу, это была кулинария известная. Где вот железки? Да, вот туда. Ага. Пойдем там и пройдем. Нам все равно и потом по Бондарева. Вот. А вот тут, вот там тоже был палисадник, и там тоже стояли скульптуры всяких пионеров. Сейчас, подожди, туда подойдем. Вот там еще, видишь, осталась эта, как бы, урна. Здесь он был полностью огорожен вот таким заборчиком. И здесь, что там было? Росли золотые шары. Цветы вот эти, желтые. Да, и здесь стояла одна или две скульптуры еще. Точно помню, что вот тут стояла пионерка. Да. Здесь а пионерка. Вот это была вот эта ваза? Не помню, наверное, она с тех времен и осталась. То есть все вот по этому же периметру, да? Да. Вот. А наше окно, вот это было вот это вот, где все стоят, вот наше окно. Мы здесь жили. Где цветы? Да. А вот здесь, где труба, была пожарная лестница наверх. Вот здесь? И мы лазили наверх, на крышу, чтобы подглядывать, как тут вот общежитие было, как переодеваются девки к танцам, потому что там были танцы. Вот здесь, сюда, и мы, да, мы в бинокль подглядывали за девочками. Здоровыми. Еще раз, под этими тополями? Стояла лавочка, где мы все время собирались, наша компания. И наши первые занятия электроникой заключались в том, что мы от меня вот сюда, до третьего этажа, вот чуть ли не до окна. Оттуда, в начале дома. Протянули провод, потом мы его тянули к Володьке Мазину. Вот так, потом, да? Сюда, вот. И вот на этих столбах были прикреплены наверху, чтобы никто не украл, две колонки. И когда мы здесь сидели, мы заводили Высоцкого. Даже выводили «Голос Америки» с этого с... А вот вместо дома что там было? А здесь были фибролитовые дома. А, фибролиты, как там остались? Здесь стояли прямо вот так вот на фибролитовые дома, а это была одна дорога, вот она как бы дорога жизни. Здесь ходил 21-й, больше ничего не было, потому что 347-й заканчивался там. И все, и вот от выше там уже не было никаких дорог, ничего. Это была единственная дорога, которая, кстати, здесь в поселок, и кончалась у леса, там были конюшни. Вот здесь сейчас профилактория. Там были конюшни. А это была вот дорога жизни. Вот тут вот разрисовано. Это был, как это называется? Где? Вот это? Справа? Нет, вот прямо. Вот видишь, он там разрисованный подвальчик. Это был пункт добровольной дружины. Ну подожди, сейчас подойдем, покажем. Да. Последнего балкона. На крыше последнего балкона? На крыше последнего балкона мы залезали через крышу с той стороны и строили себе домик какой-то. Там у нас был двухкомнатный из этих, из старых рам. Ну это в детстве все было. А вход так и был, вот тут и там, да? Вот вход вот был, это да. Один вход, на и там. На самом деле, вот мы жили в том подъезде. Вот там дальнем. Вот, мои друзья жили в этом на разных этажах. Но вот коридор отсюда, он был туда прям до конца, до нашего. Но сейчас потом, ну, как бы уже в моем детстве перекрыли, это были два разных как бы коридора. Слушай, так же белье висело, да? Да. Между деревьями, да? Да. Все так и было. Вот, а тут была знаменитая очень палатка. Которая, ну, она как была, как магазин, было все, начиная от рыбы, кончая водкой. Вот на этом месте, да? Вот на этом стоял зеленый, мало того. А вот тут вот на углу еще был киосок газетный. Вот на углу дома люди? Нет, вот. А, прямо здесь? Вот, к дому прилепленный, да? Где вот этот вход? Нет, вот, прямо тут. А, вот здесь, где это дерево. А здесь была такая большая зеленая палатка, ну, с одним окошком, два. И было вот как сельпо, в нем было все. Вот. Любые продукты, все. Здесь вот, да, был пункт добровольной, как дружины. Вот, да? Да. Вот. А с той стороны, точно такой же вход, там был еще потом магазинчик делать. Ой, сейчас подожди. Вот он подъезд сам, да? Где? Вот здесь палисадничек, здесь, да? Здесь палисадничек. А что там было в палисадничке? Ну, цветочки? Цветочки, да. А вот здесь вот мы
беседки плели, да? Где машины натягивали. Вот тут была обалденная вишня, здесь была скамеечка, водите, где бабушки машина. Сидели. Да. О, там между деревьями, да? Оттуда всю весну, ну вот сейчас тоже видно, только поменял русло вот эти вот, видишь, вот ручьи. Ага. Вот, а только они шли вот посередине, вот там. И эти ручьи тянулись прямо до Москварики. Если здесь запустить кораблик, то он прямо в Москварику. Ага. Вот. Здесь была обалденная вишня, она даже плодоносила, мы с нее ягоды. Да. Ага. А вот там был стол, где домино играли. Под тем деревом. Вот под тем деревом, да. А здесь такой, как бы, вот такой бесадничек. Ага. Ну, такой здесь вот как-то. А здесь март, вот, да. Вот. А тут мы один раз играли в бадминтон через сетку, сетку сами делали. Ой, март вот. Месяц. А вот оттуда у нас бутылками кидали. Вот там, там. Оттуда сверху? Да. Ага. Вот. А вот это вот горка, вот это была для меня. Сейчас, подожди, что было? Горка. Горка вот там, вот там вниз, здесь, да? Она была как немножко покруче сначала, и не было вот этих заборов. Ага. И вот отсюда мы эту горку заливали. Вот так вот, как она есть. Ага. И с ней можно было докатиться аж вот до Моисеевского дома. Вон до того. Вот с той стороны там был. А бы, тут типа, вот что, так и было все, да, росли или что? А, здесь там вертикаль, ДК. Да, ДК вертикаль. Здесь вот была вот такая вот, как бы, ну, к ДК дорога, вот не там, а вот здесь. Вот. А здесь вот стоял везде ДК. Ага. Тут уже, конечно, деревья, ну, деревья они и были, вы, что тут между ними, вот, на этой площадке стоял ДК, а тут просто был, укладывается вот дорога. А здесь была вот лестница, ну, она была как бы столбовая. И мы здесь веревки натягивали, чтобы люди падали туда. А, вот здесь вот. А там остались там еще ступеньки, ступеньки, да? Остались, да. Ага, вот они. Они вот как раз вот. Добрые такие, был... да? Да, ну она была такая, ты знаешь, с парапетами очень такая, богатая лестница. Ага. Вот все, а вот это все, это, да, ДК. Ага. Ясно. Ну, вид какой отсюда красивый. Вон даже видно, вот это была афиша, вот они остались. Вот, видишь, афиша? А, вон, ага, кусочки вижу, ага. Вот. Так, все? Пока что. Ну, собственно, все. На самом деле. Ага. Не курим. Вот здесь, где машины, что тут было? Здесь вот остановка автобуса 21-го. Ага. Нет, нет, мы... ну не вам. Остановка 21-го. То есть на которой был чуть ли не единственный, да? Да, ну так здесь еще сесть, и это было, знаешь, как то все это было битком, особенно если выходные, надо было до карьеры еще. Вопрос, а вот этот дом? Идти. Это было обычно, это вот как вот эти все дома. Хорошие. У них очень, это хорошие были дома. Здесь были высокие потолки, здоровые квартиры, ага. Обалденные. Ага. И даже если как бы с учетом коммуналки, там все равно это было. О, ну, круто. Круто это было, да. И вот эти все, да, дома тут тоже, да? Это все было, да, это ничего не поменялось, они все были такие же. Ну а тут сплошные вот такие вот, да, фибролиты. А вместо вот этих новостроек, да? А между ними еще были всякие соцобъекты, типа ясень, там какой-нибудь палаточки могло стоять в какой-то момент. Ну ясно. Дорога как была, так и была. Это да. И, вот, и та, она и была это. Главной дорогой жизни. Ага. Чего еще тут Бондарева, чем славилась? Ну, пока сейчас. Дойдем до конца. Ага. Там вот будет дом, который назывался дом в Грунце. А, сейчас, подожди, дойдем. Спорт. Это последний дом, дом назывался, ну, может, сейчас называется, дом Грунцева. Здесь жил Грунцев, правая рука Жукова, который, собственно, был директором, там, членом Верховного Совета и директором НИХТИ. Ага. И вот тут и уже конец Дзержинки. Это было, да, это был уже конец Дзержинки, туда дальше уже. А вот тот дом еще был, вот этот вот? Ну, они уже были вот при мне так. Ага, ну были. Ага. Ну, смотря как, в детстве не было, в юности. А тут хорошие в этом доме, да, квартиры? Ну, сейчас уже, конечно, нет, ну, по тем временам. Тогда, да, было. Крутой это дом. Это считался, да, это, ну. А вот там за домом, где администрация, часть, уже ничего не было, да? Там был ясли. Где администрация, вот, да? Вот, да, тут были ясли, я в них был как раз пока, а потом перешел на прутик. А дальше вот этот зеленый? Детский, это зеленый, тоже первый, хороший детский сад, первый, да? Детский сад, там, то есть бассейн. А, вот. И вот я сначала был в этих маленьких. Потом в крутом. А потом туда. Саду. Вот на сим месте улица Бондарева и заканчивается. Да, да, да. А вот